Канал Топ Гол представляет результаты 21-го тура чемпионата Италии и пятерку команд, расположившихся в верхней части турнирной таблицы. Итак, пятое место. Аталанта. Бергамаскам пришлось перенести свой матч в туре с Интером на будущее. Причиной тому стало участие Нерадзури в финальном матче за Суперкубок Италии. Четвертое место. Фиорентина. У фиалок игра с Болоньей также подверглась переносу. Такое решение было принято из-за сильного снегопада в итальянской области Эмилия-Романья, где и должна была состояться встреча. Третье место. Милан. У команды Стефано Пиоли игра в туре с Удинезе сложилась успешно. В первом тайме на Фриули соперники обменялись голами. После перерыва на еще одно результативное действие хозяев ответили по очереди Лука Йович и на третьей компенсированной минуте Ноа Окафор. 3-2. Второе место. Интер. Альтернативой матча с Аталантой в чемпионате Италии стала игра в финале Суперкубка с Наполи. Миланская команда завоевала желанный трофей, а героем дня стал неутомимый Лаутаро Мартинес. 1-0. Первое место. Ювентус. Старая синьора забралась на вершину Олимпа серии А благодаря не на шутку разыгравшемуся в последнее время Душану Влаховичу. Серб забил Лечче 2 гола, а поддержал его в этом Глейсон Брэмер. 3-0. Подписывайтесь на канал. Спасибо, если уже сделали это. Смотрим дальше.